Юра, ну вот перезваниваю твоему клиенту, который так нервно звонил. И у меня, кажется, даже два сообщения. Я сначала, вот даже сейчас тебе даже проиграю. Первое написал: пишите вчера в 14:32, все отмечено. И сегодня в 11:36 утра по нью-йоркскому времени я тоже ему сказал сообщение. Сейчас вот даже тебе его дам прослушать. Сейчас отсоединюсь. Напишите, пожалуйста, ваш вопрос. Услышал, да? Еще раз. Напишите, пожалуйста, ваш вопрос. И тоже прочитано. И сейчас я ему перезвонил, он трубку не взял. Поэтому я не думаю, что это реальный клиент. Ну, ты потом поймешь, что где-то 90% людей будут вот такого плана. То есть они не хотят визу. Они хотят просто отнять время. Да,